5 творческих коллективов и более 500 участников. Смотр-конкурс детского творчества объединил на площадках Центра молодежного творчества самых талантливых юных артистов. Народные образцовые коллективы, индивидуальные исполнители. Праздник получился красочным, зрелищным и интерактивным. Гости путешествовали за артистами по музыкальному маршруту из одного зала в другой. 4-й республиканский конкурс. Он объединяет всех деток. И певцов, и танцоров, и художников. Вот это его большая значимость. Естественно, на таких конкурсах раскрываются детки. Многие остаются в этом творчестве и в дальнейшем. «Здравствуй, мир» – символичное название конкурса, который раз в 2 года открывает стране новые таланты. Музыкальные приветствия звучат здесь в разных жанрах, в разных вариациях. Ведь настоящее творчество не имеет границ. Я уже очень давно пою. Я раньше ходила в первую музыкальную школу, а сейчас хожу в группу «Драйв», в дом школьника. Мне нравится петь. Я очень люблю это делать. Хореографическое, вокальное, фольклорное творчество, инструментальная музыка, театр мод. И это только часть номинаций, в которых организаторам предстояло отобрать лучших. Лучших из лучших. Из 5000 участников районных этапов в Брест в этот день приехали только 500. Каждое выступление оценивалось с учетом оригинальности замысла, необычной реализации задумки. По итогам конкурса будет сформирована творческая команда, которая представит Брестский регион на республиканском этапе состязания в городе Минске.